Норвежской области после эвакуации населения до сих пор сохраняется напряженная обстановка. На блокированных территориях повсеместно орудуют банды мародеров, а в районе Таркова активизировали свою деятельность частные военные компании. Среди них западные ЧВК, представляющие интересы международной корпорации Terra Group, а также, по некоторым данным, российская частная военная компания BR. Присутствие последнего в неспокойном регионе по-прежнему не подтверждается российскими официальными властями. Берите все, что унесете. Прогулка может затянуться. Командир, почему мы не можем просто зачистить этот долбанный Тарков? Объясняю для непонятных. Потому что локальный конфликт Кремля и Terra Group еще не повод для общевойсковой операции внутри нашей страны. Подружек? Пока чисто. Внимание, контроль. Парни, скифу оставьте что-нибудь, а то осерчает и заведет нас еще на минные посевы. Пусть попробует. Я и с одной ногой сумею его захуярить. Вот только скиф единственный, кто знает эту местность, где искать его пропавших пацанов. И проеби он вылет со своей группой. Глядишь, и никого искать бы не пришлось. Так, мужики, затаривайтесь вещи, а? Пока толпа наших фанатов не набежала. Мармалей. У вас там пока все тихо. Где что-нибудь взять? Вода закончилась. Демон. Мне от этих говняков вообще ничего не надо. А если есть хамон, возьму свои слова обратно. Так, все, закругляемся. Скоро этих гавриков свои начнут искать. Пора валить отсюда. Где там наш головняк? Сокол форту. Сокол форту. Сокол форту. Сокол форту. Босс и атлет вне зоны. Иди, тоже возьми себе что-нибудь. Эй, скиф. А где твой минус? Где мародерка, которого ты контролил? Ты оглох нахуй, что ли? Эй! Где тело этого утырка? Этот хер, походу, со своим стволом ушел. Блядь, твой недобиток сейчас может оказаться где угодно. Серд 300. Твою мать. Маус, на контроль. Чисто. Серб, куда тебе? Что с сербом? Характер ранения. Оглох, что ли? Что с ним?
Картечь! Петрович, это под плетник залетело. Мужики, наблюдаю движение в цеху. Наши западные партнеры нарисовались. Встать можешь? Все, онемело, сука. Вот здесь. Наблюдаю 8 контактов. Скиф, серп на тебе. Принял. Маус, на место Скифа. Держи задний выход на железку. Блин, такую мольбу только лениво не услышит. Ну что, закусываемся или валим? Серп, лежать! Скиф, сержа в укрытие!
Ты знаешь, я вдруг очень ясно поняла, что, наверное, не потяну такую жизнь. Правда. Я не смогу изо дня в день делать вид, что все в порядке. Знаю, что однажды мне даже не скажут, куда возлагать цветы. Ладно. Я, конечно, могу говорить все, что угодно. Ты же вновь все сделаешь, как ты считаешь нужным. Поедешь на свою эту войнушку. Я просто хочу, чтобы ты знал. Я не из тех, что несут чушь о том, как мы все равно останемся друзьями. Пока на подстволов не накидали. У них, походу, только семерка была. Сейчас эти черти оттянут раненых и по-любому будут чистить ангар. Так что давайте быстрее уеб, пока наши дымы не сдуло. Мужики, готовьтесь отходить. Тогда лучше валить через железку. Граником никого не зацепило. Где демон? Демон здесь. Нас там точно не встречают. Уже нет. Блядь, мужики, демон, все. На той стороне железки мы сняли еще одну пулеметную лёжку. Обе ждали вас. Вот суки, продуманные гады. Походу, скиф оказался прав. И если б не фарт, нас бы раскуяли эти два расчета. Наш фарт обеспечили вон борс с атлетом. Хорош гнобить скифа, блин. А ты считаешь, что проебать вылет группы на задачу? Только доблесть, да? А меня там не было. А вот когда по нам в ангаре из РПГ захупячили, я был. И если б не скиф, то я бы сейчас нес твой 104-й. Вперед. Атлет, так что там у нас по группе скифа? Да вообще никаких следов. Мы все обыскали. Результатов хуй. Да, херово. Нужно проверить еще пару резервных точек. Мои пацаны не могли просто так исчезнуть. Конечно, не могли. Мы их найдем. Уходим. Ровно в 23:50 в порт уходит татар. Напоминаю, на блокированных территориях гражданских нет. Там только мародеры и залетные части. Товарищ командир, а когда эта шляпа в Таркове уже прекратится? Все ж в курсе, из-за кого все это. И сегодня террогрупп для всех пушистые зайки. Они борят голод в Кении и создают технологии завтрашнего дня. Тогда почему наши не могут просто обнародовать результаты расследования? Чем в реальности занимается эти мрази? Потому что миру нужны весомые доказательства. А у наших типа невесомые. Политики, блядь. Проблемы дома должны оставаться дома. Да, я знаю. Но ты также говорил, что возвращаются лишь те, кому есть куда вернуться. На вылет-то еще есть время, но тебе прямо сейчас нужно решить с кем-то. Да что тут вообще решать? Маркиз, это выдра, прием. Маркиз, это выдра, прием. Ну что, голяк? Глухо.
Это единственное место на маршруте, где мои парни могли бы закрепиться. На проверку нужно время, у нас Юсейки на хвосте. Объект сложный. Будем чистить в попыхах, снова потери будут. И что, мы просто пройдем мимо? А если я прав? Если мои парни там, если они ранены? Ты такую же хуйню загонял, когда нас на тот ангарчик вывел. А я демона знал еще с армейки. Отставить разговоры, Ворон. Скиф прав. У нас есть задача, и мы будем ее выполнять. Готовьтесь. Опять повсюду эта хуйня. Thank you.
23:50. Опоздавшие на борт будут догонять пешком. Буду как штык, клянусь. Только у мамы надо отпроситься. Правила знают все, на базе никаких мобильных. Командир, а у тебя там спецсвязь? До погрузки на борт еще 4 часа. Проведите это время с пользой. Где Бировская группа? Мы грузиться сейчас должны. Да вы как, что ли? Да вон они! Наш вылет только через час. Да говорят, ваш командир переиграл все. Но пораньше. Повторите, прием. Форт Сокол. Нихуя не мой месяц вообще. Смените меня. Как понял, прием. Борс. Я. Смени атлета на фишке. Мужики, смотри, что я на рюкзаке у Дикого нашел. Ты медкам какого-то висека. И судя по файлам, заземлили ты его недавно. Че за хуйню там смотришь? Глянь, там есть файлы за понедельник. Так. Опа. Смотри. Захуярили сотрудники Петеровской лаборатории. Заебись у них, работянка. А вот и цель нашей первой группы. Тот самый кейс. Кстати, а что вы там кейсе-то? Да хуй знает. Но компашка мечтает получить его обратно. Группа Скифа должна была их обломать. Это все бегущий верняк мочит, да? Нихуя вы ебанули. Че там куда приковано? Походу там все пизда. Подожди. Это же наши. Это же мои парни. Твою мать. Это че, моряк? Мой старший. Походу, мы только что нашли группу Скифа. Что теперь? Мы работаем по кейсу? Уверен, что за это время Юсеки уже вынесли кейсы Старкова. Так что нам теперь, видимо, пора до дома. А как же пацаны, что погибли? Я не собираюсь рисковать своими людьми, чтобы очистить твою совесть. А демон? Маус? Ладно, я с вами до точки выхода, а потом вернусь.
Я сам поквитаюсь. Давай, вольному воле. И вправду. Нужна ответка. Согласен. Хуёво так ходить. Стрёмное место в Тарке. Туда уже давно никто не пытается соваться, потому что юсеки засели там, как у себя дома. В прошлый раз даже наша группа обходила этот район. Тогда нам это подходит. Dead, baby. What's wrong with them? The toilet sandwich. Eagle 2-1. Joker 2-2. Eagle 2-1. Message not received. Repeat your status. Сверху!
Не один Маган! Вора, Вора, подбирай сходи на распаянную перед самовой переживалку! Вора, Вора! Вора, Вора! Держи, бей! Взял! Что? Чего там, блядь, ты идти дашь? Сюда.
Ты че? Ты курьер че? Консерв. Его что? Trumbly! Hicks! Trumbly, it's... Thank you.
Как погода? Погода хорошая, но иногда прохладная. Берегите себя. Спасибо, стараемся. У вас как обстановка? У нас все спокойно. Вам повезло больше, чем нам. Твою группу поставили в резерв наш. Уже знаю. Вам могут дать моего бойца. Ему сообщение из дома. Покажи ему. Кажется, я в прошлый раз совершила большую глупость. И хочу, чтобы ты знал, что я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Мы будем ждать тебя. Твою мать. Потому что очень скоро мы станем настоящей семьей. Добрый день. У меня не проходит сообщение на телефон капитана Бурова. Пожалуйста, покажите ему это видео. Это очень-очень важно. Тебя-то мы и искали. Вода мокрая. Вода мокрая. Я пошел, пока не ебли. Блин, пароль. Вода мокрая. Ты не русский, что ли? Да русский я, блядь. Пароль проверьте. Продукт в пароле. Если это пропуск, я ехай нахуй. Сука, какой еще нахер пропуск? Дежурного офицера мне, блядь, позови сюда. Одну минуту. Не кладите трубку. Вот так-то. Да чего он черт-то творит? Заебись, поговорили. Где я тебе возьму этот пропуск? Блин. Ну вас нахуй. Походу придется навестить огрызка. Братан, что надо? Руки повыше подними.
Тут у тебя какой-то пассажир. Я пока в железку разберу. Слышал, ты тут все местным ритейлом рулишь? Я хочу купить билеты с Даркова. Или что там у вас? Карта? Может, QR-код? Я думаю, этого хватит. Нет, ни к чему. А кто может заинтересоваться? Вещь хозяйская. Никто связываться не станет. Я думал, ты серьезный коммерсант. У тебя тут автомат заболел. Хорошо, что хоть не помер. Слышь ты, Петросян, а че так хуево пружину смазали? Скажи спасибо, что не погнули. В следующий раз вообще нахер раскидаем. Слышь, ты серьезный? Приноси свой хабр. Через 2 часа к радарам. Ну вот. Увидимся, пацаны. Давай, давай, не опаздывай. Definitely not yours. Show me your hands. Show me your fucking hands! Слышь, в одиночку тебе все равно отсюда не выбраться. Так что ты либо ебошь, либо пугаем эти деревья. You were a shitty opponent. Зато я не расстреливаю гражданское население. And that's why I'm done. Don't you know the terror group is planning to launch a controlled chaos? And Tarkov is just the beginning. This case contains classified documents about all the bio-experiments. Поэтому я и должен доставить эти улики своему командованию. Do you believe them? We were supposed to give the case back to terror group, but I have a better plan. We can shoot each other right here, right now, and be done with it. Or we can try to get away from Tarkov and hand off this shit about terror group to independent media. You decide. Блять, да я не знаю, как в ваших ебаных футах. Иди вправо. Просто вправо иди. Go right, Майк. Go right, go right. Там разберешься. Минус наблюдаю. Так, все, Майк, давай вали оттуда. Горка, Горка, прием. Горка, прием. Горка, на прием. Чё-то наш Кольскава не отвечает. Не думаю, что у него просто радийка сдохла. Борис! Борис! Борис, домику! А если этот вафел нас просёк и наш фокус не удался?
Борис Домику. Борис! Где тебя носит? Борис, твою мать, прием. А ты случайно не знаешь, где твой шеф шляется? Вот твой хабр. Где мой ништячок? Оглох ты. Где мой ништячок? Слышь ты, нордический, а может тебе пора уже сектантом сбагрить? Как думаешь, мы выручим за тебя хотя бы сраный тозик? Ну? Они решили кинуть того хмыря. Хуй знает, может, что-то пошло не так. Это 23.09. Ко мне приходил человек, хотел приобрести билет из Таркова на Большую Землю. В обмен на ваш утерянный багаж. Кстати, еще задолго до того, как ваши парни решили устроить жопу в Таркове, наш Минобороны уже по-тихому блокировала группу. Прикинь, морской порт всего за сутки превратили в крепость. See, there were a lot of people who wanted to test it. Ну так после эвакуации гражданских и местная Жушера тоже решила это сделать. Hope we didn't get fucked for the pass out of here. Look, Russian. No matter what happens next, I want you to savor the moment. The last time we were together, when we kicked the Nazis' ass. Ваш пропуск не распознан. Попробуйте еще раз. Еще раз? Ну, давай еще раз. Давай, работай. Давай, блядь! Давай! Давай, блядь! Давай работай, сука! Блядь. Заебись. Все, теперь точно пизда. Эй, Белл. Ваш пропуск не идентифицирован. Оставьте ваше оружие. Работает. Работает. Reminds me of a firing squad. Честно, Каркель. Сплюнь, блядь. 10-й постель с вершавода. Сопровождаем двоих, встречаем. Как пень. Вон за теми воротами идет погрузка на корабль. Seems too easy. Даже не верится, что скоро будем дома. Что там за хуйня? Походу, какие-то снайперовушек ложивают. О, а откуда у диких минометов? У диких нет минометов. Мины! Мины!
Совсем уже пиздец какой-то. Такие.
несколько часов назад Совбез ООН созвал экстренное совещание из-за очередного обострения в Норвинской области. В минувшие сутки в районе местного морского порта были слышны выстрелы и взрывы артиллерийских мин. Это первый случай применения тяжелого вооружения на блокированных территориях. Совбез ООН выразил на этот счет серьезную озабоченность. Но российские власти в очередной раз заверяют мировое сообщество, что ситуация находится под их полным контролем. Однако командование миротворческих сил ООН, присутствующих в регионе, скептически относится к подобным заявлениям Кремля.